Старшиня Могилевского облвыконкама Анатолий Саченко по час визиту у Быхова наведал центральную районную больницу. Там вызначили план по модернизации корпусов районной установы, а так само фельдшерско-акушерских пунктов. Быховская центральная районная больница обслуговывает практически 30 тысяч человек. Первый корпус побудованный у 1966 году. С тех часов капитального ремонта у будинку не было. Але до конца года все повинно измениться. Установа оховы здоровья у регионе чакая модернизация. Это ФАПы, участковые больницы, врачебная амбулатория, которая тоже, к сожалению, может быть где-то даже подзабыты нами и нуждаются в том, чтобы сегодня некую инъекцию, так скажем, косметических ремонтов провести. Старшиня Могилевского облвыконкама Анатолий Саченко разглядел пытание об обеспечении жильем медиков. У регионе не хапая арендного жилья, а проживать у интернате, где нават нема горячей воды, шмат кто отмовляется. Сегодня услышали наконец-то молодых докторов, которые не желают уже жить в общежитии, где туалет находится на этаже. Мы все с вами понимаем, что мы сегодня в 21 веке. На территории Быховской центральной районной больницы находится 6 корпусов. У некоторых уже ремонтуют фасад и меняют в окна. А конкретный план по закупке нового медицинского обсталявания и побудове арендного жилья будут додатково обмерковываться у липеня. Карина Немцева, Ягор Малейка, Леонид Сикорин, Новин региона.